земля от света повернет. Она взята из Яндекса. Я уже второй раз на это натыкаюсь. Вот. Дело в том, что люди, загубившие, сгноившее дерево, оно ни в чем не виновато. Вот с этого момента, когда дерево сгнило, появляется много желающих попользоваться древесиной. Вспоминаем грибы. Так нет. Вот. Жуки, древоточцы. Это, по-моему, есть древоточцы. А есть еще эти жуки, которые под корой, эти как еще, короеды. Это все, что жрет гнилое. И вот человек говорит, помогите бороться. С чем бороться-то? Ты боролась всю жизнь с деревом, ты его угробила. С чем бороться-то? Как бороться? А еще показали, я второй не показал, потому что прошляпил, надо потом не нашел. Это он вставлял вот эти дырки, проволоку, и выковыривал их оттуда. Дерево гниет, а он выковыривает этих жуков. Представляете? Спасает называется. Вот это наш современный уровень. А вот так вот правду сказать, что гниет вот это. И то гниет, что мы выше видели. И почему никто не сказал той даме, что вот ты угробила, вот пусть бы это специалиста. Почему правду не сказали? Да потому что вы не знаете эту правду. Что сперва гробится дерево, а потом удивляется, когда оно одно разваливается на части. Вот. А на втором такая страшная рана, вот такая в сумме. Из-за того, что отпилили ветку. Ах, ветка неправильно отпилена. А была бы правильно отпилена, еще бы страшнее бы рана была. Вы хоть попробуйте сами-то. Дождитесь результата. Отрежьте, ждите. У себя в саду. Чтобы потом не учить людей калечить.